Принципиально новый для Кирова. На таких ездят в набережных Челнах, Казани и Москве. На один из городских маршрутов скоро выйдет автобус марки «Нефас». Его планирует уже в январе закупить автотранспортное предприятие. В автобусе все удобства для пассажиров, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Это и низкий пол, и система книлинга, это когда автобус может наклоняться при высадке и посадке людей. И 6 зарядных устройств. По словам гендиректора АТП Дениса Прылога, после тестовых испытаний будет принято решение об обновлении подвижного состава. Если автобус понравится перевозчику и пассажирам, уже к лету будет закуплено несколько таких транспортных средств. Преимущественно он будет работать на 39-м маршруте, потому что на этот маршрут к нам поступали жалобы. Есть как раз из 7 автобусов, которые курсируют на этом маршруте, есть один автобус, который в пиковое время не вмещает всех пассажиров. Поэтому мы жалобы услышали и хотим, чтобы наши пассажиры с улицы Заводской и с метрограда, соответственно, там увидели новшества. Следующие автобусы пойдут на все остальные маршруты.